Это мечеть Инам, азербайджанская шиитская мечеть. А это мечеть Ярдям. Как вы видите, ковры, которые были внутри мечети, выброшены, получается, мусорный ящик, пока выставили на улицу. Вот. Здесь указано, что молельный зал закрыт на ремонт. Под предлогом закрывает мечеть. Пошли на эти мило. Руководство мечети Ярдям занимается беззаконием, богохульством, нарушением прав Конституции. Азербайджанцы построили мечеть, уважаемые зрители, но не могут попасть в свою мечеть. Нарушают законы, нарушают Конституции. Им все на все наплевать. Вот еще раз. Посмотрите, ковры выкинуты прямо на улицу, причем в мусорный бак. Здесь люди молились, совершали молитву на этих коврах. Вот поступок этого Рашида Баязитова Джаббаровича. Еще раз вам покажу. Мечеть закрыта. Вот такая ситуация. Понимаете, что нарушаются наши права, еще раз говорю.